Ну, наконец-то, Нубик, мы с тобой достроили наш супер защищенный дом, да? Да, долго мы с ним, конечно, возились, но он, я думаю, оно того стоит. Это точно. Ты только посмотри на эту офигительную защиту. Я даже не знаю, какой зомби сможет пройти здесь. Не знаю, мне кажется, никакой. По крайней мере, я на это надеюсь. Сегодня ночью мы это узнаем, ведь уже практически село солнышко, и совсем скоро на нас должны нападать в очередной раз очередное полчище зомбаков. Да, ну это что, точно. Будем залазить? Да, давай, полезли. Давай, ныряем в наши, вот такие вот подземные потайные проходики. Пошли. Да, погнали, залазим. Оп, вот сюда. Выходим у нас на этом этаже. Здесь у нас, друзья, есть такие вот турели. Вот, это к ним доступ, чтобы загружать патроны. Ну, а да. Сверху можно... А, Нубик, знаешь, что они сделали здесь? Чего? Надо электрику провести, лампу поставить одну. А, да, хотя. Сейчас, где-то подожди, у меня тут валялись вроде. Давай, давай, давай. Так, вот, у нас, короче, вот этими рычагами открываются здесь такие специальные ворота. Так, и эти турели становятся доступны. Принц. Так, давай... Сейчас мы все пооткрываем. Хоба, все. Все эти рычаги у нас открыты. Ворота у нас, значит, открыты. Готовы встречать зомби с любой стороны абсолютно. Там у нас, конечно, не одинаковое количество турелей. По-моему, вот с этих по три. Здесь, по-моему, две. А здесь вроде одна, да, я точно не помню. Еще. Но, по-моему, какое-то примерно такое расположение. О, блин, уже темнеет, лянь. Да вижу, вижу, я вижу, как Нубик. Быстро-то, ты, а ты смотри, прошел. Там света много не делай, а то зомби нет, будут, что? Блин, переть куча, и даже, может, с космоса видно будет наш не, дом. Не, нормально, так. Нормально, пойдет, самое то для освещения. Ну, вроде как неплохой получился у нас дом, да? Ты оружие я подготовил думаю... свое? Да, оружие у меня готово, вот такое я у тоже, меня я оружие. Тоже. Опа, смотри, смотри, сгорел о, уже пошел. Первый дурачок. А, о, ага. Давай, давай, да. Работаем, работаем, работаем по зомбакам. Так, я что-то не понял. А тут тоже с этой стороны, ё-моё, смотри, с трех сторон прут. Офигеть. А я вижу с трех сторон, да, я вижу, я вижу, вижу. Так, работаем, работаем, работаем. Сейчас лазеры там, короче, непростые стоят. Смотри, что будут с зомбаками. Ну-ка, о-о-о-о. А ну-ка. Нифига, они полетели куда. Нормально, так. Нормально, хорошо. Хорошо. Я думаю, можно даже первые пару гранат дропнуть вот туда вот, как можно дальше. Так, сейчас там взорвется. Воу, нифига себе у тебя здесь. Так, давай помогу чуть-чуть. Да, у меня тут достаточно. Пули улетают моментально. Зомби проходят или нет, как думаешь? Не знаю. Я с этой стороны. Что такое? Я выкинул Нубик! Свою пушку. Нубик, давай убегай, так, Нубик. Так, все, ладно, я понял. Все с тобой понятно. Ну что такое? Так, ладно, я сейчас прибегу. Нубик, ну ты реально Нубик. Я сейчас приду. Знаешь, вот я не удивлен в целом. Так, 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 а ну пошли вон. Вон пошли отсюда все. Так, 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 так. Они, короче, нашли способ, как пройти таким образом, чтобы лазеры их не замечали, прикинь. А ну-ка, и что это они там придумали? Смотри, что сделал. Он прорыл туннель, вот ты прям туда смотришь. Да-да-да-да-да, вон видишь, там идут. Капец, ну, здесь блин. Видно, но если они спускаются, ну, я вижу, в туннель, да, я вижу. Лазеры их не видят. Так, пошли, Нубик, залазь быстрее сюда, да, давай. Да-да-да, сейчас, сейчас, сейчас. Так, 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 потерял проход, он с этой стороны, вот здесь. Блин, вот меня... сюда беги. Да, все, все, меня сжег, блин, это. Так, все, ладно, капец, ну ты даешь уже. Ну вот что там мне столько... вот сегодня не везло. Смотри, смотри, копается, сейчас гранату вот закину туда. Смотри, давай, оп, давай, пошла. Давай, ага, пошла. Вижу. Вот, смотри, 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 сейчас рванет. 3, 2, 1. Бам! Ой, рванула одна. Ага. Сейчас вторая рванет. Ну, вроде как они сюда не проходят. Ты смотри, не падает-то там больше. Да не так. Пойдут они сюда. С этой стороны, вроде как, никто все-таки не решается на нас напасть. Ну и понятно, что. Четвертую еще сторону зря сливать. Тут уже на трех фронтах справиться не могут с нашей защитой. Ну да, да, не могут. Наши лазеры и вот эти вот супер крутые ловушки, это просто вообще... Я не знаю, что может быть лучше, чем такая защита. Так, заряжаем очередную обойму. Я уже 10 обоим выстрелил, прикинь. О, неплохо, неплохо. Да, пули улетают очень быстро. Но у меня и, кстати, тоже довольно быстро патроны урон, улетают. Урон у меня 6,8. Вот, поэтому как бы очень много на самом деле. Ага. Так, заряжаем. Заряжаем, заряжаем обоймочку, заряжаем. Так, оп, я оп, оп, тоже оп, перезарядка. Давай, 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 заряжайся, заряжайся там, заряжайся. Хоба. Так, 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 ну-ка. Давайте, давайте, кто там еще куда? Стрелять. Ты-то смотри, не лежи на краю, а то, блин, еще упадешь, дай бог. Не-не, нормально, нормально, все в порядке. Да я видел уже, как у тебя там все нормально. Дай ему ладно стреляем, тебе. Стреляем по зомби. Да что такое? Только начинаю входить в кураж, расстреливая зомби. И тут сразу же так, что-то у меня все перегрелся, походу, автомат. Не, нормально, да. Оп.
Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Перезарядка. Так, давай. Наверное, стоит использовать несколько гранаток. Так, давай. Вот сюда прям метнем дофигища гранат. Ну, и давай. Вот туда я бы закинул еще две гранаты. Ща будет куча взрывов, нубик. Приготовься. Давай, о, вот пошла жара. О-о-о-о-о-о-о. Нифига себе. На, получай, зомбятина. Во, так. Что тут еще? Сейчас всех тут подстреливаем. Кто тут давай, там давай, идет? Давай. Работай, нубик, стреляй. Так, не останавливайся. Оп. Опять. Есть контакт, так, здесь никого у нас? Да, хорошо. Тут слушай, мы вход, сделали с удачной прорыться. Стороны. У нас там, где вход, получается, туннели вот эти, там никто не идет. Да, ну, нам повезло. Так, оба, есть. Я вижу, там еще в лесу есть, вижу, стоят. 20 обоим уже выстрелил. Получайте. Получайте, зомбаки. Так. Ну, у меня еще достаточно, в принципе. Блин, это они пытаются копаться, чтобы под защитой пройти. Походу, я так понял. 1/4. Ну, не знаю, нубик, посмотрим. У нас есть лазеры, они в целом выходят рано или поздно на поверхность, и лазеры их сбривают. Ну, да. Есть контакт. У меня примерно где-то 80 обоим, или что-то около того. Ну, около... Не больше 100, я думаю. Вот, 20 из них уже даже не уже даже больше 20, уже... Так, 30 получается. Я тоже уже около 1000 патронов выстрелил, я думаю. Так, а сколько я патронов выстрелил? То есть одна эта штука, это у меня получается сколько? 125 патронов. 125 патронов, да? То есть я уже выстрелил 500, там еще с копейками, 600. Тоже уже к 1000 приближаюсь по патронам. Нифига себе. У меня... Это довольно много, мы тратим. Да, у меня уже даже больше 1000 ушло патронов. Это капец. Фига ты там лупишь, блин. Да, я все, тут жесть. Вообще не останавливаясь стреляю. Я и на левую, и на правую сторону туда-сюда откидываюсь. Ты, я смотрю, там спереди газишь. Ого! Я тоже иногда продвигаюсь по сторонам. Давай на твою сторону, тут вообще прям все плохо. Иди сюда, ну быстрее, смотри. Вижу. Тут пипец какой-то. Так, сейчас, оп, перезарядиться нужно. Вставляем новую обойму и фигарим зомбаков. Так. Прям очень много зомби, очень да, много. Да, слишком много. У нас в турелях патронов хватит вообще или так? Да должно хватить. Так, все, есть у нас еще обоймы тут? Да, у нас еще есть обоймы, блин, очень много патронов расходуется. Жесть просто. Капец, так, блин, ну они там, вот это мне не нравится то, что они копаются. Копаются? Ну ничего страшного. Да. Я, кстати, знаешь что, где у нас луна? Луна у нас должна быть, вон она. Луна у нас уже больше, чем за половину ночи прошла, значит нам осталось не так долго, нубик, осталось чуть-чуть продержаться. Ну, давай. По-моему, у нас есть все шансы пережить эту ночь без единого повреждения. Вот, только патронов да, много потратили. Только патронов много, да, очень уйдет, уже ушло. У нас вроде как все еще целое по-прежнему, я не вижу нигде сломанной ловушки. Так, заряжаем еще одну обоймочку, вот здесь посмотрим сейчас еще. Блин, да тут что ж они целое. Там затолпятся, а, блин? Ничего, нубик, сейчас мы с ними разберемся, со всеми толпами, которые там... Так, давай, сейчас к тебе подошел. Ну-ка, давай, тут у меня много вообще. Работаем по зомбям, их там прям реально большое количество в этой яме. Так. Гранатами надзревал. Там по сторонам пока турели поработают, блин, да чего они там вообще? Давай. Ну, турели, смотри, только спереди стреляют, получается, вот здесь, там, где прокопано. Вот сюда бы еще гранату взорвать, чтобы эту кучу земли раскидало. Да, вот, это тогда было бы неплохо. Лазеры могли и там повыжигать. Так, ну-ка, что здесь у нас происходит? А у тебя там тоже много не зомби. Осталось? Не, я все выкинул. Больше не надо. Ну ладно. Так, давай посмотрим сейчас. О, получай. Получай. Некоторые зомби, короче, от выстрелов подпрыгивают и их добивают турели. Так, что-то перестали стрелять. Походу, так, никого не видят. А, не, пошла жара. Пошла, вон еще поджигают некоторых. Сейчас заряжаем обоймочку. Оп. Вот так, это я понимаю. Там опять, блин, целая толпа. Ну что, вы все никак не успокоитесь? Ну не можете вы нас взять никак. Капец, смотри, вот луна почти села уже. Сейчас они все загорятся, хорошо, не переживай. Хорошо. Они и так, в принципе, горят всю ночь. Но и совсем скоро их уже будет поджигать солнышко. Так, на тебе. Есть контакт. Вот это я понимаю. Вот это вот сражение с зомби. А вот, да, вот так это каждую точно. Ночь. Ага, а то... не говори. Такие удачные у нас не всегда получаются ночки. Вот, бывает, да, иногда приходится постройки. Изрядно попотеть. Да. Так. Пару раз даже пришлось спасаться бегством, да, нубик? Да, я помню, да, приходилось. Так, а то зомби было слишком много, и приходилось просто бежать, сломя голову, не оглядываясь как можно да дальше. Да и сейчас их тут, знаешь, далеко не меньше, просто что постройка у нас довольно неплохая. У нас она не то, что неплохая, у нас она офигенная, да, я вот тебе скажу. Да, вот именно, да.
Заряжаем еще обойми, я уже очень много выстрелил. Так, у меня перегревается автоматика. Так, у меня тоже немножко, да. Так, что по патронам? Раз, два, три, четыре. Ну, еще примерно обойм 40-50 у меня есть, хорошо. Так, давай, ну, пожалуйста, остывай быстрее. Сейчас так буду мотать в разные стороны. Во, ага, давай. Немножечко остудил, а то, блин, не каждое оружие может выдержать столько выстрелов подряд. Ну, конечно, что уже... ты хочешь, блин. Мы вместе взятые, наверное, выстрелили, блин, 1003 патронов, если не больше. Я не знаю, да, наверное, да. Можно будет потом если посчитать больше, еще. Да. Так. У нас были все... загорелись! О, это хорошо. Я некоторые пустые магазины выкинул. Будет тяжело подсчитать, но примерно понятно. Выкинул? Ну, если что, на серии можно будет посчитать. Ну да. Давай. На, получай. Опа. Ой, что там загорелось, как хорошо. Да, осталось совсем мало уже, Нубик. Давай, мы с ними совсем скоро разберемся уже. Так, тихо. Кто у нас остался? Сейчас мы всех завалим. Кто там стоит, топчется на одном месте. Всех будут ждать одинаковые исходы. Так, ну-ка, получай, зомбятина. О, там тоже толпучка. А ты уже все, что ли, со своей стороны, да? Да, со своей стороны, да, по крайней мере, ну, я так вижу. Так, ну, я тоже там не вижу никого, на самом деле. Вот, хотя нет, вон ручка торчит. Или что это? А, это блок земли, елки-палки. Так. Я подумал, это рука зомбака торчит, но это был всего лишь дурацкий блок земли. Ну, ничего страшного. Что-то там пытались, ля, выпрыгивают. Да, у меня здесь тоже. А, последний зомбак сейчас его лазером сожжет и... Хоба, все, он сгорел. Вроде так. Да? Нифига себе. Слушай, у нас никаких повреждений на базе, ты прикинь? Да, это офигенно. Супер удачная была ночка, я тебе хочу сказать. Так, давай, знаешь что? Давай будем отправляться сейчас в деревню. Нужно будет обязательно пополнить запасы патронов. И поскольку это наш дом, да, мы его только достроили... Не успели притянуть сюда кровати, вот. Поэтому я думаю, нужно будет притянуть сюда кровати. Точно, да. Вот, и где-нибудь их здесь поставим, чтобы можно было отдыхать, а ночью сражаться против зомби. Можно еще притащить холодильник полный еды, как тебе идея? Да, это было бы... И телевизор с фильмами. Это было бы здорово, только куда мы здесь его уместим? Ну ничего, я думаю, найдем куда. Да, придумаем, Нубик. Это самое такое, знаешь, самое легкое, что можно сделать. Да. Так, вылазим, алло, вылазим, оп, вылазим и отправляемся в деревню, идешь? Да, я за тобой, пойдем. Так, блин, оружие, конечно, неплохо послужило нам. Да, всё, это давай, точно. Домик, я надеюсь, с тобой ничего не останется. Оставим открытые, короче, эти ворота, чтобы если чего, короче, кто зомбак вылезет, чтобы его сбрило сразу турелями этими. Да, все, погнали, давай. Автономная защита. Погнали, чем быстрее сбегаем, тем быстрее вернемся, Нубик. Да.